По меньшей мере 98 человек получили ранения и травмы в крупном ДТП в северо-мексиканском штате Коаила. Трое находятся в критическом состоянии. Грузовик, перевозивший строителей, столкнулся сразу с несколькими авто. В результате были повреждены 4 машины. В каждой находились более 40 пассажиров. Пострадавшим оказали медпомощь. Причины аварии сейчас выясняют. По предварительной версии, виновником ДТП был водитель грузовика, который скрылся с места происшествия.